Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Цены на бензин продолжают расти. В 2022 году за 10 дней января цена топлива выросла на 0,4% в среднем по стране, сообщает Росстат. Инфляция за этот период 56%. Дизельное топливо ее сумело обогнать и за 10 дней поднялось в цене на 0,7%. Как будет дальше развиваться ситуация, в сфере прогнозировать не берутся. Об этом нам рассказал вице-президент компании «Движение нефтепродукт» Рустем Садыков. Ситуация пока тоже такая же напряженная остается, не меняется, и что будет дальше, пока сложно сказать. Если смотреть на розничный рынок, как правило, винки повышают цену на величину инфляции. То есть в этом году они имеют право, исходя из там индикаторов инфляции на этот год, 8-10%, на эту же величину поднять еще розничную цену. Винки – это вертикально интегрированные нефтяные компании. Ситуация прошлого года на нефтяном рынке выгодна в первую очередь винкам и государству. Государство получает больше налогов, а винки, держа высокую цену, получают дотации из бюджета. Супербизнес. В 2021 году в Кировской области, по официальным данным, на 8% выросла розничная цена топлива. Оптовые цены по дизелю выросли на 40%. Программа «Экономика». Кировская промышленность выросла на 14%. Это показатели производства за 11 месяцев 2021 года. Наибольший рост в обрабатывающем секторе наблюдается в производстве металлических изделий почти в два раза, в производстве автотранспортных средств на 70%, одежды на 38,5%, лекарств и медицинских материалов на 34%. В региональном Минпромторге отмечают, что рост выпуска металлических изделий преимущественно заслуга оборонных предприятий. Экономика на 101 FM. QR-коды кировчане считают событием 2021 года. Это показало исследование компании Headhunter, проведенное среди соискателей из Кировской области. 69% опрошенных заявили, что им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Средняя цифра по России – 58%, и тема QR-кодов лидирует по опросам во всех регионах. Наиболее часто в Кировской области этот вариант выбирали бухгалтеры – 68%, административный персонал – 62%, высший менеджмент, специалисты по продажам, работники транспорта – по 61%. На втором месте в нашем регионе – стрельба в школе в Казани. Ее вспомнили 36% опрошенных. Еще примерно столько же кировчан впечатлены введением локдаунов. На эти же темы интересовали жителей других регионов страны. Заметная разница лишь в отношении к выборам в Госдуму. В целом по России они были важны 16% опрошенных, в Кировской области лишь 12%. Экономика. В завершение о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 74 рубля 57 копеек, евро 85.46. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.